Слушай, гуся! Бля, там такая жесткая гроза, походу. И музон такой, нормально, это не рэд справился. Бля, чувак, выйди, давай, а? У нас тут такая жопа, мы попали опять в пробку. Мне кажется, уже едем. Не, ну что ты едем, я говорю. Вот, песня крутая. Очень крутая, нереальная. Вот, мы, короче, едем сейчас на Ленинский. Мы едем с Икеей, мы столько карандашей набрали. Вам всем хватит, Вообще, короче, мы столько, вон у нас там пакеты, короче, лежат, подушки, там, крывала, свечки, блядь. Сколько хуйни понакупали. Вот, мы, короче, по вам соскучились, и мы вас решили называть... M&M. Dream M&M, блядь. Блядь, урод нахуй! Козёл. Еще мы, короче, в аварию не попали. Блядь, так жестко. И на мосту стояли, короче, мост колыхает. Колышет, я не знаю, правильно. И, короче, у нас тачка вот так вот. Бам-бам-бам. Вот, короче, мы вам соскучились, мы скоро будем дома. Чурки. Нас хуёво видно, но это надо слышать. Это пиздец. Зачем снимаешь видео? У нас тут личный разговор с тобой, дорогая. Ты меня заебал. Зачем ругаешься? Ты заебала меня уже сама, а? Ара! Поворот резкий, блядь. Какой он резкий, он плавный очень. Руль держи, блядь. Ланчасть держи, упадет, больно будет. Тебе больно будет. Не плачь, это больно будет. Тебе больно будет. Фу, блядь. А где твой, блядь, не русский? Выключился. Который... Какой друг? Эй, дорогой, где он, блядь? А я зачем ты его? Зачем ты его включаешь просто так без нужды? Это же боевой товарищ! Да! Ты новая пишешься? Нет. Да? Да ладно! О, огонь! Прям огонь! Спасибо большое, у вас Довского тоже чисто, удачи. Ты классный.
знаешь, такой, ты классный. Разве я сегодня хочу я даже не понравилась? Будь аккуратней, парень, она настащит твой кошелек и не моргнет, она порой не если бы погоним. Привет, помахай, пожалуйста. Но я не снимаюсь. Кафе на столе пляшет, все летит, звон, биты стекляшек. Всех соседей обескуражат. Пистолетом так короче, вы видите, да? Да. Золото, деньги, мы преследуем. Выключи фары. Мы вновь уйдем от погони. Тихо-тихо, на звук сирены дни. Зая. Головкое чувство, когда она станет. Снова здравствуй. Да нет, как там? Здорово! Добрый вечер! Добрый вечер! Вот. 3 мая. У меня болит ухо. Бля, реально болит, вообще не могу. Там хуярит гаишник, кричащий походкой. В общем, так. У нас люди смотрят, как на идиоток. Всегда. Как всегда. Смотри, чуваки, просто такая, чурки ебаные. Ой. Ай-яй-яй-яй-яй. Катя, толерантность. Какая толерантность? Когда ты говоришь чурки, мы попадаем в какую-то хуйню постоянно. Ту-ту-ту-ту-ту. Когда они уже начнут попадать в какую-то хуйню, когда мы будем говорить чурки? Это. Посадили меня насильно в эту машину, заперли меня. Ты на камеру поговори. Да мое лицо и так весь видит, на это и не только видит, а Россия еще. Ну я дурак. Знаменитый. Да, ты тоже в шоке. О, полегче, знаменитость. Мед спонтанно. Мед спонтанно. Девочки, врачу. Хоть полегче. Мы взялась! Она взяла, открыла форточку и просто так. Лось! Просто мы едем, Владка говорит, бля, говорит, смотри, лось. Я поворачиваюсь, а там на поле лось хуярит огромный пиздец. Я окно открываю, говорю, лось! А он едет, Катя! А он такой, бабы! Поехали. Этот, сука, ебаный город! Так не надо. В плане не в этом. Город очень хороший. Мудаков на дороге везде хватает. Блять, ну эти пидоры в 3 поворачивают, на разворот заходят, блять, в 3, блять. Причем пиздец. Вечер у нас прошел вчера просто пиздец. Вы, блять, наркотики это плохо. Особенно когда обожрешься в Макдональдсе, это вообще хуёво. Что как в Питер не приеду, я еще сиплый становлюсь. Вроде не кричала. Так жарено. Блять, это пиздец. Природа с Дмитрием Поповым, это было нечто. Еще у нас новое выражение. Ядрен гашиш. Как там вообще как-то идет? Ядрен матрен? Ядрен батон. Ядрен батрен. Ядрен батрен. Вчерашний. Давай быстрее. Когда ты помнишь? Когда ему. Нихуя себе, блядь. Садились так складно. Это. Когда он показывает нам видео, ему одна написала, потом вторая. Блядь, что ж эти, блядь, они мне пишут в такой момент. И я такая говорю, грязные сучки будут наказаны. Наказано не то слово, сука! Как так вообще? Кто улетал? Так вот. Кто улетает? На нем карта? А там сулеймане делят православие циркулем. Сука. Циркулем делят? Да. Да. Отключай его. Кого? Имитатора, блядь. Армянозаменитель. Ну ёбать, ну блядь, ну как? Мы, короче, едем с УАЗиком, блядь. Этот пидор едет 70, блядь. Эй, цапцабе! Мороженка. Ням-ням-ням. Блядь, поехали, я больше 70 не могу ехать, блядь.
Даже при средней скорости 100 км в час вы электрический. Нам осталось ехать 286 км. Через 66 км примите имение. Нам осталось ехать 286 км. Самых, сука, долгих 286 км. Блядь, это пиздец. Собрались? Да что собрались? Впереди поток вообще нескончаемый, похуй. Привет! Удачи тебе, чувак. Блядь, стоят на трассе, голосуют. Просто сзади найдет турист, и он уже, блядь, порывается просто по нам поехать. Нам было... А я не вижу, что у него там за... Мужчина на красной фуре, вы нас слышите? Мы не можем его обогнать, а он очень медленно едет. Блин, мы бы с радостью, но мы вообще этот план продумали, как его на обочину стряхнуть. Он правильный, довольно-таки, у него такой мост торчит. План неправильный, Катя. Дура. Он сейчас реально там похуел. У плана торчит мост. О, блядь. Я засрала нахуй штаны, блядь. О, хочется посмотреть. Посрать, я не буду тормозить. Да пошли ты вообще без предупреждения, блядь. Ебать, что он нахуй делает? Что он делает? Такой. Ямки объезжает. Ямки, блядь, хуянки нахуй. Он людей везет, какие нахуй ямки, блядь. Ну, блядь, людей. А, знак стоит. Колей, блядь. А нахуй, так сразу, блядь, непонятно. Нихуя себе, ты знаешь, что это за знак? Сиськи! На остановке остановись, да? Можно ему факт покажу? Ты кому покажу, автобус или пацану? Ну да, вообще похуй. Можем вернуться, я вот вообще не убираюсь. Ты, fuck you! Ядро скажи же, блядь, сука! Прикатите на речи через. Чё? Чё ты читаешь? Иди на речи через, говорю. А. Я, может, заболела? Ты, может, дура просто. Схуячица такая смелая. Я закурил. Нахуй пошла, блядь. Класс, что-то попало, не дым. Какая разница, разница нахуй, я тебя вообще не по этому слову, но нахуй насыпаю. Нет, нам нужно просто, чтобы был широкий угол. Да. И, ну, чтобы его можно было сюда прикрепить. Ну или сюда. То есть ты хочешь, чтобы вот отсюда снимала вот так? Да. Нихуя себе, ты, блядь, придумал. Ее либо в тот угол, либо вот в этот ставить. И по-другому говорить не так, что я вонос, понимаю, просто. Я буду вести с заднего сиденья. Я не путаю, у тебя язык длинный, а не ноги, блядь. Я не путаю, у тебя язык длинный, а не ноги. Да охуела! С заднего сиденья домой, блядь, вести. Пиздец, блядь! Я, вы слышали? Блядь, это самый долгий подъем в моей жизни просто. Самый тонкий, тоньше, блядь, не было. Просто, блядь, так меня еще никто не подъемывал. 69-67, сказали? По тормозам ебанул. Хочу, чтобы вы нам подсказали, когда вас можно обогнать. Подберем момент. Че? Подберем момент.
Берем момент. Мы будем вам очень благодарны. Работает все. Блядь, чувак, прям спасибо тебе вообще. Спасибо! Спасибо вам большое. Моя удача. Вам тоже удачи. Это так приятно. Так, момент. Выберем момент. Так, еще ты работаете. Пляночка, конь сзади, блядь, и корова задним язык направо. Ой, налево. На плечо. Так на левое плечо. Да, пиздец, я сдаюсь нахуй. Получается, до Пушкинских гор вообще... 20 километров. 200... Нет, ну именно вот так. А, 250? Отсюда 258 километров. Можно будет как-нибудь съездить. Просто чисто съездить на выходные. Тут, кстати, можно остаться. Тут же есть. Совсем. С Пушкин? С призраком Пушкин. Вот с Пушкин такой, с пером. Джонгер! Телефон есть? О, прикольно, Ника, дай позвонить. Наказать его 2 раза, блядь. 2! Лето. Все в лето. В, значит, не дома, блядь. Блядь, как хуярит, что? Ты тоже налила себе карамель? Вот, слушай, все дело в сиропах. Нас хуярит от кофе, когда мы пьем сироп. Хуярит от кофе, когда мы пьем сироп. Блять, а сок березовый не хочешь, блядь? А если сосну? Да, никто задумались. Что, блядь? Снег пошел с первым днем зимы, блядь. Ну не суки. Дождик, как все задумались. Кто задумался, а кто ржет. Чего? Не, это же спрашивает. Переспроси. Не-не-не. Спроси, что там на границе. Подожди, еще раз. До почек доедем. Снимал с твоей, подожди, еще раз. Спроси. Куры идут. Не грызи пальцы. Блядь, не грызи ногти, не грызи губы, не грызи пальцы. Ну что мне, блядь, грызть? Вот он как льет за лоб, блядь. Конь стол 28. Да это, блядь, вызов просто. Файт. Дождь хуярит. Пиздец. Мы хуярим. Будешь курить? Я бы только что курила. Я бы не против еще раз. Типа я никогда не зарплю. Все, что мне нравится, либо незаконно, либо неприлично. Там какой-то город был, пожалуйста, да?